К слову, первые осенние заморозки – опасное время не только для автомобилистов, но и для краснодарцев, в чьих домах нет центрального отопления. Накануне в Западном округе сотрудники МЧС провели противопожарный рейд. В планах у спасателей было узнать, остались ли дома с дровяным отоплением, и проверить те постройки, которые не были подключены к общей газовой системе. В ходе рейда было выявлено, что домов, отапливаемых дровами, практически нет. Если краснодарцы и пользуются печами, то только в банях или на дачах. Традиционно в преддверии отопительного сезона мы информируем граждан о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Сегодня мы провели мероприятие и рассказали о требованиях, которые необходимо выполнить перед началом топки печей на газовом оборудовании, на дровяном. Такие мероприятия проводятся ежегодно перед началом отопительного сезона и не только на территории Западного округа, а по всему городу. Инспекторы МЧС вместе с обществом самоуправления проводят инструктаж жильцов частного сектора о возможных причинах пожара и мерах предосторожности, чтобы предотвратить возгорание.